Сегодня мы расскажем, как избавиться от варикоза с помощью одного лекарственного средства. Гепотромбингель – препарат на гепариновой основе, предназначенный для наружного применения. Данное средство оказывает антивоспалительный, противоотечный и антитромботический эффект. Данный препарат улучшает обменные процессы и нормализует кровообращение. Гепотромбингель применяют при варикозе, тромбофлите, хирургическом удалении подкожных вен, травмах, а также ушибах ног. Средства наносят на неповрежденную кожу и оставляют до полного высыхания. При лечении флебита данное средство не втирается в кожу, а распределяется по поверхности равномерным тонким слоем. После нанесения препарата место перевязывают эластичным бинтом. Что касается противопоказаний, гепотромбингель нельзя применять при кровотечениях, трофических язвах, гемофилии и беременности. Также данное средство не сочетается с лекарствами, содержащими антикоагулянты, салициловую кислоту, гидрокортизон и тетрациклин. Препарат не наносят на язвы, угри, слизистые оболочки, а также кожу вокруг глаз. При отсутствии противопоказаний мазь используют ежедневно, не реже 2 раз в день, аккуратными движениями снизу вверх. Длительность курса определяет врач в зависимости от самочувствия больного. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.